Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У нас сегодня игра Lost Room. Я в нее играю уже третий раз. А знаешь почему? А потому что эта игра, она поражает своей продуманностью и поражает своим, как сказать, сын, мы ушли, не забывай собрать игрушки перед тем, как ляжешь. Хорошо, мам, я понял тебя, хорошо провести время. Короче, игра заключается в том, что мы остались одни. Мать с отцом ушла, я, блин, забыл уже, что здесь это происходит. Игрушка короткая. Вот в чем весь прикол. Игрушка короткая, и задача в том, что нужно собрать игрушки. Вот эти вот игрушки. Почему-то он сейчас не собирает. Видать, нужно что-то потыкать. Потому что он до этого собирал игрушки. Я до этого не мог понять, что же нужно сделать все-таки в конце концов. А потом оказалось, что нужно было собрать игрушки. Наверное, нужно сначала пройти по комнатам. Все двери открыть. Игра с очень продуманной механикой, с очень продуманной вообще всем. И здесь очень много можно чего сделать. Нет. Короче, в один прекрасный момент в игре отключается свет, и ты вообще ничего не видишь. Прям вот ровным счетом ни хрена не видишь. Потому что знаешь почему? Потому что разработчик решил сделать так. Почему я не могу собрать игрушки, которые лежат у меня здесь разбросанные? Чё я еще не сделал? Батя запрещает мне заходить в его кабинет. Кстати, хочу заметить огромный рост нашего главного героя. Этот огромный рост показывает нам, что ни хрена он не маленький мальчик. Скорее всего, просто отсталый в развитии, и мама с ним нянчится до сих пор. Да, вот что я хочу сказать. Потому что я не думаю, что взрослый пацан, такой огромный пацан, собирать игрушки будет. Играть в них. Разбрасывать их, чтобы потом собрать. Я не знаю, что здесь нужно делать. У меня как-то в предыдущий раз получилось все это более оперативно провернуть. Я хочу просто до конца уже пройти. У меня из принципа просто, знаешь, вот мне... Он сказал, нужно кандл-лайтер найти. Кандл-лайтер найти... это вот на что-то вот на это. Здесь в настройках никакого этого не было описания. Здесь даже настроек как таковых нет. Не как таковых, а вообще нет настроек. Да ладно! Серьезно! Серьезно! А зачем мне это надо, если у меня я игрушки не собрал? А? А можно свечки поджечь? Есть курить. Ты смотри, игра начинает, это в игре начинает появляться смысл. Можно зажигать свечки. Ладно, погнали. Я просто здесь сидел минут 20, пытался найти, куда попасть, куда нужно залезть, потому что здесь ни хрена не ясно было. Так, игрушки собрать мне никто не дает. А, может быть, я не все свечки поджег. Хотя я в тот раз вообще никаких свечек не поджигал. А, вот, все. Надо было просто сесть. На самом деле, игрушка, она не страшная. На самом деле, она просто, знаешь, каким-то вот таким вот, как его называют, каким-то своеобразием берет. Здесь нет никакой вертикальной синхронизации, здесь все во все стороны дергается. Здесь вообще ни хрена нет, и ко мне постучались в дверь, и я иду открывать. Я знаю, что там никого нет. Хуй зе. Кто здесь? Молчание. Иисус. О нет, бежим скорее. The children indulging. Вот! И на этом я все закончил. Потому что, ну как на этом закончил. Свет сейчас погаснет, короче, и все. Вот, я, короче, не знал, что мне здесь сделать нужно.
Потому что здесь ты просто ни хрена не можешь сделать. Кресло-качалка качается, но... Ладно. Что здесь сделать нужно дальше? Я не понимаю. Телевизор, все сломалось, ни хрена не работает. И куда мне нужно зайти, я тоже не понимаю. Чего? Кто там орет? В ванной по-любому что-то должно происходить, нет? Нет, ничего не происходит. Книжки какие-то лежат в ванной, блин, книжки кто читает? Не, ну можно, конечно, читать книжки в ванной. О, что кухню-то закрыли? Привет, мужик! Привет. А ты чего тут ходишь-то? Это мое, это мой дом как бы. Ты чего творишь-то? Ну, так не делают, конечно. Ванной теперь? Где он теперь? Мне за ним ходить нужно или что? Мне его бояться или что? О, наконец-то. Блять, что это? А, это подвал! Ни хрена, мы не в частном доме живем. Ой, блядь, мы не в квартире живем. Страшно, очень страшно. Куда идти-то, блядь? Если бы эта свечка еще освещала, я ничего не вижу. Мне нужен ключ. Ключ какой тебе нужен? О, уже хоть видно, что-то стало. Да хватит, в конце-то концов. Громкий звук такой неприятный. А зачем мне ключ, если здесь есть все, кроме ключа? Очень громко. Очень громко, и я не вижу ключа. Здесь и теракт нигде не появляется, кроме как на дверях. Это очень меня разочаровало, потому что из-за этого теракта я, короче, не проиграл, а в тот раз, когда я играл, очень многое потерял. Вот ты как считаешь, ребенок стал бы сейчас ходить вот в такой ситуации и бродить, так сказать, по дому? Я понял. А где мне ключ здесь найти, если здесь нет ни хрена? Какой противный звук, я не вижу ключа. В целом, так оно и должно было быть. Я думал, хоть какое-то продолжение будет. Типа, я комнату открою, там он на меня напугает. Но вот тут вот нет. Но теперь я чувствую хоть какое-то удовлетворение от того, что я ее прошел. Теперь я знаю, как она заканчивается и что здесь нужно было делать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.